Йонас Йейрабон, Салем Дастар, всем привет! 91 выпустили новый альбом, поэтому мы с вами что сейчас делаем? Да, у меня наконец-то выходной, ура, мне уже там, не знаю, 300 сообщений пришло, сделай реакцию на новый альбом 91. Так как и последнее видео, которое я добавила, было выпущено когда-то там, не знаю когда. В общем, 91 фит с Ириной Кайратовной. Табу называется, официально видео-сниппет. Короче, погнали. 91, как обычно, лезут вне всех заявок и вне всех реакций, которые должны были быть отсняты. Раз, два, три. Я прибавлю. Я соскучилась по голосу Алемки. Там видно, не видно будет мой. Кто-то вчера писал мне, что табу не было в альбоме. Сейчас он есть. Я не знаю, о чем они поют, как обычно. Сабов нет. Но лирик видео уже вышли, поэтому. О, Эйса такой профиль красивый. До свидания. Мне о чем песня? Я не знаю, серьезная она или грустная, или какая она, в общем, расскажите мне. Ну, табу это, в принципе, запрет, да, по пониманию английском, но я не знаю, может быть, на казахском тоже есть такое слово, и оно как-то по-другому переводится. Пока что мне нравится. Я сейчас это все Алемку слышу. Я жду, что Ирина Кайратовна начнет читать, а не точнее Ирины Кайратовны, но я что-то их не слышу здесь. Возможно, они просто участвовали в записи. Или, может, я что-то не понимаю. Дальше у меня будет лирик-видео подряд. Подождите, нет, не лирик-видео. Он мне предлагает просто лирик-видео посмотреть. Ладно, погнали. Подождите, нет. Сам Космо я послушаю потом. Точнее, я уже дыр заслушала эту песню. Мы сперва с 91 разберемся. Лирик видео Nice Weather. Я не знаю, как по-казахски это будет звучать, но по-нашему это будет так. Кстати, тоже Soul Rhythm выложили это видео, лирик видео. Раз, два, три. Ну, в смысле, выкладывали на AZ. Ты
Tu te mets mon vierge mais charchaise. À son à son à tenir qu'une chapeuse. Не нравится эта песня. On s'arrête, je s'en vais. Google and Jail on that nice king size. Следом идет тоже лирик видео это получается. А, подождите. Так. Мне бы потом сообразить, что я тут на выкладывала. Пока что две песни я прослушала от 91 с альбома. Мне обе понравились. Первая, правда, кстати, такая повторяющаяся, поэтому немножко непонятно. Я как бы ждала, что там и Кайратовна будет читать, и вообще что-то будет происходить, но по факту песня была как бы повтор. Ну, мне так показалось, по крайней мере, может быть, я не чего-то не понимаю. А вот, кстати, джузовские. Какое-то видео удалено. Какое? Какое видео удалено? Раз, два, три, четыре. Четыре песни. Ладно, вот они у меня по списку идут, четыре подряд. Вот четыре будем. Следующая песня «Шида». Я так думаю, что, скорее всего, так читается, потому что тут буква «Вай». Я же правильно говорю? На русском пока что. «Стоять» без меня не начинаться. Я тебя скачаю сперва, имею в виду. Так, ладно, все. 4500 лайков, 13 дизлайков. Подожди! Так, ну тут будет без лирик видео. Раз, два, три. Тут официальный канал. Что грустненько. Я как призрак сейчас была, вот так. Ужас. Балашин голос. Сені сендірген, о сені місіңде, білсіңде, жаным менсіңде. Шта, 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 ештеңеге қарамаста, шта. Бұл әлем аяуда ұмытқан, берілмедің жалғыз қалсаңда, сен қалсаңда. Шыңға шаттай, тай, жоларда, тезі, онда қиын, кезі, болдайын. Құнған бай, бай, қолда түрге бес әлінден ересің кейін. Тарарылар кейін, қаралар әлемшкі өте, құйын жүйінде. Жасаналар, жаттабалар, атыңды ерете берілмесіңде. Жоқ бой, тұла бой, сезбейсің ғанын, келесің бе ғоп, бірақ сәт. Нормально все. Подумаешь, какой-то айс. Жеріміздің белгісіз нүктесінде тұрады есім қалар тарихесінде сені сендірген ол сен емессің білесің бе жаным менсің бе шта 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 пока что мне эта песня нравится больше всех не знаю почему
yekli Kadelik bende yemekli Güne gelen gırtipi Mange men bir sende endeki Tüm gün değil Dımın bilmiş şunun dün değil Dümünü bakınan ara böyle zeybe Mümkün değil sen değilsen bir Yiğit Karalar değil karalar Vraiment Şarsanalar, şartabalar Adımda gerekli birimizin Bu kadar melodiçne Yerimizden bilgisiz nöktesinde Trada isim kalır tarihisinde Seni sindirgen o seni misinde Bilsinde, canım dinsinde Это вселенная. Так, сюда, значит, сюда, 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 как они ее поют. Ай, горячий. Классная песня, мне нравится. Мне определенно она нравится. Ну, я все, конечно же, песни добавлю себе, но вот это мне пока что больше всех нравится. Так, сейчас тут Nice Wizard началась. Nice Ozzy, как у них там было звучание. А ладно, мы ее уже слушали, не будем повторяться. Сеньорита. Так, тихо, сеньорита следующая. Так, тихо, тихо, подождите, я еще не готова. Надо скачать ее для начала. Так. А, тихо. Я ж дрогнула, голова началась. Тихо, тихо, тихо. Подождите, я еще не готова. Я не готова. Сейчас я быстренько подготовлюсь и морально и физически и скачаю за ним. Так, тихо. Что с ними на диван не так, а? Почему я начинаю заикаться? Так, 9000 лайков, 61 дизлайк. Кто эти люди вообще? Так, раз, два, три. Это голос из его. Микаса сукаса, компас тапаса, вызен тапаса, тектура баса, жарко распан, кирижок наса, и вот это будет стресс-касса, мама сыта, мама сыта, мама сыта, клипом, тасаться гиппы, ласа ты пиктин, так рыб та шепта, жири вердеп, Гомеостаз. Да, он спел гомеостаз. Не связан никак с экстазом, окей. Байландо. В испанском стиле? Что? Что? Наконец-то казахский. Что это? Вы что? Ломаете стереотипы, стандарты, все.
мой раздолбанный Ластик, кто еще не знает, он пришел разбитый вот так вот. Да, неожидан. Вообще очень неожиданно, негаданно. Очень необычно. Так, подождите, следующая песня началась. Это не то, что я ждала, сразу скажем. Ну, получилось намного лучше, чем я ожидала, конечно. Потому что, когда я первый раз услышала напев «Тики-тики», я подумала, это очень странная песня. Она, конечно, очень сильно заедает, типа, как, знаете, как 25-й кадр. Но, тем не менее, я была очень удивлена. Это не в стиле 91, в принципе. Конечно, эта песня тоже не в стиле 91, но она намного лучше, чем я ожидала, намного круче. И немножко меня шокировало, конечно, своим звучанием и текстом. Что это было, Стас? Ладно, это был просто Коме Стас. Неважно, все это испанский. Сеньорита же называется, в конце концов. Так, следующий клип. Следующая песня, последняя в альбоме. Ой, намаго, ой, намако. Скорее всего, это Г такая с... Ой, намаго, скорее всего, будет. Ой, намаго. Интересно, раз, два, три. Қолынды қой тартпа, санамның жіптері саусақтарында. Әр ойым саған тәуелді, өзімді түсініп үлгерейін әуелді. Ойнама қой, ойнама қой. Кезіңдерді айтқан ойнама қой. Не могу его голос даже слушать. Такая нежная. Капец просто. Дыхание в конце. Возьми себя в руки. Я умираю. Господи, этот голос. Голова закружилась. Так, мне эта песня даже нравится. Я боюсь даже эту реакцию выкладывать. Голос у него маленький. Қолыңды қой, тартпа, санамның жіптері саусақтарында. Әр ойым саған дәлелі, өзімді түсініп үлгерейін әуелі.
хочу живое выступление. Или клип. Клип, Night One, клип. Вообще, почему это так прекрасно? Какого фига? 22 минуты. Мне нехорошо, я пойду немножечко проветрюсь. 91, спасибо огромное за альбом. Да что ж такое-то, господи? Так, это лучше, чем я ожидала, намного. Я знала, что вы молодцы, я знала, что вы сделаете офигенный клип. Ой, клип, господи, все, офигенный альбом, офигенные песни напишите. Ну, это лучше, чем я думала и предполагала. Вам спасибо, всем спасибо. Всем спасибо за просмотр, всем пока, Сау.